говорят, сегодня день 3. Мы проснулись сами, собрались, покушали быстренько. И идем смотреть, где папа бежит. Какой сегодня день? Father's Day. Когда папа увидите, когда он добежит до конца, нужно что сказать? Happy Father's Day. Да. А дома подарим ему подарки. Да. Солнышко. Нам недалеко идти по этой дорожке до перекрестка, а потом налево чуть-чуть. Мне приходят по телефону сообщения, которые мне говорят, где сейчас папа. Вот он начал бежать в 7:30. И потом он за 25 минут пробежал 5 километров. 24 минуты, по-моему. Быстро. Вот. Но потом там будет в горку много. Поэтому думаю, где-то к 9:15 он должен закончить. Вот так вот. Он побежал, первый дядя, уже первый бегун. Мы, оказывается, идем прямо по дорожке, где они побегут. А мы и не знали, да? Но заканчивают они вот туда, вот влево чуть-чуть. Поэтому мы дойдем. Папа уже недалеко, так что давай быстрей. Папа почти победил. Уже, да, уже почти он добежал. Вот второй бегун бежит, дядя. А там, по-моему, первая тетя бежит. Нет, тетя не была первой. Он был дядя, а из тети считается по-разному. Это второй из дяди из всех, из мужчин. А вон первая женщина бежит. Из женщин. Вот, видишь? Вот первая тетя. Вот первая тетя добежала. Написано going to the mountains is going home. See you again soon. Это сказал Джон Мьюр. Знаешь, что это значит? Нет. Идти в горы — это идти домой. Горы, они как дом. Поэтому мы всегда к ним возвращаемся. Да? Ты любишь горы? Я тоже люблю горы. Как кататься на красота.
идем на горячие источники. Правда, сегодня жарко, градусов 25-27, наверное. Но сзади очень красивые горы со снегом. Идти недалеко совсем. Хотя я тут не была. Сережа говорит, что недалеко. Вот эти hot springs. Чёрт, здесь горячий источник. И здесь собирается ванночка здесь. И вот там вот еще ванночка. Все на фоне красивейших гор. Ну, как красиво. Попробуй, здесь горячая? Здесь тоже горячая. Тебе понравились горячие источники? Да? Ну все. Пока-пока, источники. Пока-пока. Все, теперь только покушать и уже домой. Покушать и домой, да, Викуся? Да. Давай, аккуратно иди, чтобы не упасть опять. Пока-пока, до скорой встречи. Оставайтесь счастливыми и здоровыми.